Ну, привет, мой любимый город Саратов. Хочу привет передать всем саратовчанам. Особенно пламенный привет хочу передать своей жене, своей любимой дочке. Привет, все, пока. Привет, мы передаем привет фестивалю «Русской окрошки» своим друзьям Тане и моему мужу Диме. И в следующем году желаем их видеть вместе с нами. Фу-фу-фу, что вы не пришли. Фестиваль «Русской окрошки» был просто супер. И все участники молодцы, мы все окрошку попробовали. Общественная палата лучше всех. Мы хотим передать привет нашей любимой Марине Васильевне. Мы вас любим. Мы хотели бы передать привет нашему папе. И я в отдельности хотела бы передать привет моей школе 2089 в Москве в Некрасовке и классному руководителю Ольге Васильевне. Очень приятно видеть всех улыбчивыми, веселыми, танцующими. Пусть все люди на свете будут здоровыми. Пусть всегда будет у них улыбка, счастье и мир над головой. Спасибо.